Привет всем, с вами Раст, и мы продолжаем играть в Вальхейм, наше прохождение. Между сериями я тут немножечко поравнял вот так вот все. У меня как бы живу один, зачем мне большая территория? Может быть, попозже я сделаю побольше территорию и в другом месте, но это надо будет еще посмотреть. Вот. Итак, начнем. Строить. У нас тут, так, сначала уберем эту, и вот эту вот, и теперь нам надо поставить, где он тут, так, вот примерно так вот, чтобы не мешалось. Теперь еще так, строительство. Ага. Так, нет, сначала нам надо вот эту вот штуку. Я, конечно же, подготовился немножечко. Вот, теперь вот. Так вот. Сейчас взять еще мотыгу, буду подравнивать сразу по ходу дела. Так, не здесь, не здесь. Вот она. Выровнять землю, ага. Угу. Это у нас тут будет вроде как спальня. А теперь. Раз, два, три. Первое. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Тут у нас будет клад. Да, вот так. Так, теперь немножечко подровняем. Не получается. Так. Так. Так.
5. Так, надо взять с собой. Вот так вот на панель вывести, чтобы было видно. Так, здесь. Мастерская у нас будет наверху. Так. Так. Так, поскольку кровать можно только возле этого строить. Возле костра. Значит, вот это мы убираем. Переча. Так. 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 Берем опять стенку. Так. 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 Thank you.
Жалко, вот или можно. Ну, как вариант. Давай. Ну, что ты делаешь? Так. Так. Так, теперь еще, мебель. Что-то как-то криво-косо пошло. Так. Так. Как здесь оказался вообще? А, ну да, там же. Нет, всякими украшательствами я займусь вне серии. Так, теперьича. Теперьича. Так. 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 Так, думай, голова, думай. Раз, два,
меча. Так. Так. Нет. О, туманная ночь, это такое, такое. Чтобы нам не мешать, давай спим. Ночь все-таки не видно нифига. Во сне будет сидеть у огня в большом зале, вас окружает болтовня знакомых голосов. Лица расплываются как дым, и имена ускользают из памяти, но тепло воспоминаний остается. Ну да. Он, по идее, это не помнит, что было по лору. Так, сюда переча. Главное теперь, чтобы дождь не пошел, а он пойдет, чувствую. Так, так. Красиво. Так. 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 И вот так. Переча. Так. Так.
сверху. Она там на все будет. Это имеется в виду, ну, все станки, которые тут можно сделать, кроме вот этих sorting core, ну, которые требуют. Так. Так. Тык. Тык. Замечательно. Нам этого дерева хватит, чтобы построить дом. Так, половина, вторая половина, половина. Еще вот вот конечно, это прикольно получается, но, пожалуй, нет. Так. Так. Так.
Блимпаг тоже. Уже не канает. Так. 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 Нет, не будем извращаться. Может быть, потом. Так. Так.
Теперь нам надо сделать бортики. После бортиков я начну строить крышу. Так. Поскольку тут такой вот закуток получается, скорее всего, мы сюда сделаем этот. Да. Свободном этом. Ладно. Нет, так не пойдет. Как это ни странно, да. Нет. Нет. Так. Так, окей. Вот. Ладно, там кресло поставлю. Какой-нибудь. Или вот действительно сундучок. Парочку. Здесь будут стоять сундуки для личных вещей. Если нам не хватит, придется нам идти еще. Так. Берем. Берем. Где тут? Вот. Вот.
баги какие-то, блин, графические. Блин. Давай быстрее. Все-таки, видимо, придется нам тут. Сверху стоит. Думай, голова, думай. Так. 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 Чтобы нам тут дым не залетал, это нам надо закрыть. Так. И чтоб красиво. Красиво, точнее, получается. Так. Так. И оп.
Ерича, не то что Давича. Всего у нас ничем, мы вот это еще будем забирать. Так, а что бы нам было проще? Окей. Ладно, я понял. Это все из-за того, что саппорты не стоят. Так. Так. Вот здесь тоже. И так, 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 тык. А слушай, мы вот здесь вот так. Mm.
надеяться, что будет держаться. Нам сбегать быстренько, нарубать еще чуть-чуть дерева, потому что как бы сколько бы я ни предполагал, сколько мне нужно, все равно чуточку не до этого. Да блин, должно хватить. До 100 пудов хватит. Так. Так. Так, здесь есть. Так. Так. Для лучшего этого. Даже хватило. Требуется. Так. Ремесло, нет, прочее. Вот. Ну, блин. Ремесло. Хорошо. Так, сколько у нас тут? 37. Окей. Теперь. Да, я поставил несколько модов.
чисто утилитарных. Никаких читерных этих нет. Так. Все будет сменено на медные. Когда у нас будет эта самая медь. Так. Отлично. Надо заняться именно вот этим. Так. Раз. Ну окей, ладно. Ну, да, придется, блин, тут снова еще подравнивать. Может, вы это видели уже, но можно вот так вот сделать. Оп. К сожалению, с большими сундуками это уже вроде не прокатывает, они повыше. Нет, это тоже придется тогда, потому что, ну, вот так вот. Так.
Да, вроде можно. Так, ладно. Будем впихивать поплотнее. Сюда. Семена. Сюда. Материалы. Так. А вот еще у нас трофей. Так. Материал, материал, материал. Вообще не нужен. Ну, пусть будет. Сюда. Сюда мы всякое ценное скинем. Нет. Сюда мы будем скидывать только смолу. Сюда сырая еда. Готовое будет сюда. Древесина, лук и все прочее сюда. Вот. Так. Ух. Так, сырая еда у нас есть еще? Нету.
делать всего. Вот здесь вот у нас бьет этот. Ага. Чё это я сюда пришел? Вовремя-то, а? Надо было сразу подчиниться. Ходить не будут, возможно. Так, все равно надо немножечко. Где тут у нас 4, да? Надо 8, чтобы окончательно закрыть эту
олень в обороне. 7, 8. Так. Нам надо 40 этих камушков и построим заодно сейчас плавилку и таркил на будущее. Так, 21 есть, 25. 8. Будет рейс ради, пробежимся просто так. Вот. Отлично. Так. Где у нас там Сюрклинкор? Материалах. Так. Сойдет для мест, для сельской местности. Так, семерочка, ремесло. Чтобы ей не мешалось, и вот почему спрашивается, ну вот справа вот эта вот штука, это как бы сюда для закидывания угля. Вот. Ну, я поставил себе мод, который автозаряжает это все.
можно было бы как бы и пренебречь этим, но я все же поставлю куда-то вот аккуратно вот сюда. Так. 8. Я принес весть. Вы построили плавильню. Поместить сюда необработанную руду, чтобы избавиться от примесей и получить кусок очищенного металла для обработки в кузнице. Чтобы разжечь плавильню, вам понадобится уголь. Чтобы получить его, постройте печь и заполните ее древесиной. Ну вот, и то построил. Как это работает? Оп. Видите? Эти вот, этот мод автозагрузки, он вроде как за... все в пределах 5 тайлов. Один тайл — это вот этот вот квадратик 2 на 2 метра. Вот. Забор я поставлю чуточку позже. Вот видите, тут как бы сейчас он доплавит уголь. Не доплавит, да обожжет. И что будет? Оп. Прикольно, да? Ну, в общем, серия будет, скорее всего, я не знаю когда, честно говоря, потому, ну, может быть, завтра, может, послезавтра, может, через неделю, по той причине, что у меня тут к нам гости приезжают, сестра, племяшка, все такое вот. Вот. Насколько это продлится, я не знаю, поэтому... что называется, как только, так сразу. А до тех пор, пока-пока.